Добрый день, добрые зрители доброго канала. С вами волонтер бездомных животных и приют «Твори добро» Наталья. Сегодня наш ролик о наших уже спасенных, проведенных зайкам операциях, которые сейчас находятся на стационаре в клинике на реабилитации. Это Максим, Гриша, Белка и Ивушка. Операцию Ивушке сделали. Максим тоже, детки находятся в стационаре. А проблемы возникли сейчас на данный момент у Гриши. У него плохие анализы крови, повышен лейкоцитоз. С почками проблем нет. Уже тут еще два анализа, которые должны подтвердить, на что у него завышен лейкоцитоз. И на четверг назначена Грише операция по удалению транспеда, потому что, возможно, Николай Николаевич сказал, что идет отторжение металлоконструкции. Здесь вы увидите также вот с 1 по 8 число, это Тамара Михайловна, замклиники, которой я перевожу финансовые средства, она каждую собаку мне просчитывает отдельно от руки, но считает и присылает мне в личку, кто сколько обходится. В среднем, в общем, собака в сутки обходится 2000. То есть, сами понимаете, день – это сутки, 4 собаки – это 8000. На вчерашнее число у нас осталось остаток всего 5600. То есть, даже невозможно оплатить 4 собак. Плюс на передержку мы собрали 25 тысяч, это половина того, что я должна оплатить. Оплатить я должна 50. Все, и стоит питание в приюте. Мы такая большая дружная семья. Уже душа закрыта, душа плачет, и я уже не знаю, как просить, как кричать. Но у меня вот реально, у меня 2 дня просто сильнейшая депрессия, потому что я не понимаю, что мне делать дальше. Как мне дальше лечить животных, чем кормить собак в приюте и как оплачивать передержку. На карте финансов осталось 10 тысяч. 25 я отправила Наталье, 25 я еще должна. И... естественно, опять клиника. Моя такая большая дружная семья. Мы уже спасли наших всем полюбившихся пушистиков. Я очень прошу вас, каждого, помогайте нам, потому что у меня просто уже опускаются руки. Простите, но это серьезно так. Я очень прошу вас, каждого, ваши 50-100 рублей на 6 тысяч человек. Помогите нам, помогите выжить приюту и собакам на передержке, и собакам, нашим собачкам в клиниках. Я очень вас прошу, помогите, помогите нам. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приют «Твори добро» Наталья. Добрый день. Самый волнующий, наверное, всех вопрос. Наш любимый, неповторимый Максим. Максим, дела пошли в гору. Тут Гриша ему немножко помог, навязал швы. Пришлось немножко ему перешить спину. Ну, перешить в плане кожного дефекта. Потому что Гриша у нас любит помогать. Вот. Перешили. Сейчас у Максима наблюдается отсутствие такой резкой боли в области поясницы. Это нас очень радует, потому что основные жалобы были на этом. Он перестал так дико горбатиться. Есть небольшая все равно сутулость, но это уже компенсаторная из-за образовавшегося фиброза на месте перелома. Вот. Он более активно пользуется конечностью. Да, все-таки он прихрамывает. Видимо, никуда это до конца не уйдет. Либо через какое-то время, но это очень долгие месяцы. Вот. Собака сейчас более себя лучше чувствует. Скорее всего, на следующей неделе я буду его выписывать. И, в принципе, все. По поводу Максима можно добавить только одно. В течение всей жизни все равно у парня будут определенные
ограничения в плане физических нагрузок, но жить он может спокойно, причем в полноценной жизни. Он очень активный и требует очень много внимания. Ребенок также засиделся, ему уже пора ехать домой. Вот, я рад, что с ним история заканчивается. Очень сложная история, очень много диагностики, очень много разных страшных диагнозов, которые нам удавалось опровергать. Это очень хорошо. Спасибо всем, хочется сказать, врачам, которые бились за его здоровье. Вот. И, в принципе, наверное, все. Следующее видео по Максиму вы увидите, когда он будет у себя в новом доме. Вот. Всем спасибо за внимание. Здоровья вам и вашим питомцам. Сегодня расскажу про нашего Гришу, засидевшегося, но не пересидевшего еще Ярика. Гриш должны были снимать трансперикулярную конструкцию, потому что она ему уже не нужна. Вот. Плюсом ко всему данным вопросам мы хотим сейчас ее убрать и максимально дать мягким тканям там восстановиться в этой области, чтобы меньше было рубцовых тканей, потому что будем все равно при удалении трансперда какую-то часть зачищать. У Гриш есть нейропраксия на одной из тазовых конечностей. Он пытается на нее сейчас уже начинает потихонечку как-то что-то делать, наступать, но лучше удалить металл, потому что он может вызывать определенные проблемы. И мы с ними столкнулись в плане того, что перед удалением металлоконструкции, который был запланирован на прошлой неделе, был сбор анализов, и перед операцией у нас получилась самая главная проблема. У Гриши оказался лейкоцитоз. Лейкоцитоз, связанный с чем, было непонятно, потому что мочу у него постоянно проверяют, моча чистая, делали перезабор, вроде все оказалось чисто. Проблем с мочевыделением нет, потому что у Гриши есть проблемы с самим мочевым пузырем, дефекация у него самостоятельная, самопроизвольная, так скажем. В случае с тканями есть проблемы. Вот. На данный момент сейчас пока выясняется вопрос, откуда взялся лейкоцитоз. Если все-таки подтвердится то, что это связано с металлоконструкцией, просто берем металлоконструкцию, даем зажать швам, и Гришу можно уже будет потихонечку выписывать домашние условия, которые животным надо бы уже будет заниматься именно уже дома, потому что долго сидеть тоже будет не очень хорошо. Все-таки ограниченное пространство. Хоть какая-то с ним реабилитация все-таки и проводится. Опять же, дом есть дом, и животное, находясь в условиях постоянного стационара, это все-таки не очень хорошо, нужно смена покрытий, то есть тех прогулок все равно, которые с ним проводят, это недостаточно. Все-таки мы медицинское учреждение, ветеринарное учреждение, которое занимается лечением, да, то есть как бы невозможно дать столько внимания животному в плане именно каких-то общих моментов. Ну, по Грише, наверное, пока все. Удалим трансперикулярную конструкцию, запланировали удалить на следующей неделе. Как раз мы сейчас перепроверим, опять же, перезаберем вообще анализ крови, если и нам придет лейкоформула, посмотрим по балансу, если воспаление хроническое, и по общему анализу крови будет все достаточно неплохо, то в четверг я уже уберу им трансперикулярную конструкцию. Ну, а на этом все. Спасибо вам. Здоровья вашим питомцам. Сегодня расскажу про собаку Иву, щеночку, который к нам поступил после автотравмы. Был диагностирован перелом шейки бедра, вот, многоскольчатый, на тазовую конечность. И фактически животное нуждалось в очередь на операцию, обезболили хорошо. Вчера была проведена операция. Что хочу сказать, все оказалось гораздо хуже, опять же, как мы ожидали. Там помимо перелома шейки бедра был еще оторван большой вертел, который крепит одну из приводящих мышц тазовой конечности, но все назад прикрепили. Теперь собачка у нас проходит восстановительный период по обезболиванию, выделению интенсивной терапии в дальнейшем. Если все хорошо, будем ее уже передавать Наталье дальше. Передаем уже собачку Наталье, чтобы она восстанавливалась уже более приятных условиях в плане дома, так скажем, да, в клинике ей особо делать будет нечего в данный момент уже. Ну, по-хорошему, вообще данной собачке неплохо было бы сразу приобрести дом себе и очень любящих владельцев. По поводу самой операции, достаточно надолго затянулась, готовились к одному, оказалось совсем другое. Ну, не совсем другое, с небольшими тонкостями, но, в принципе, совсем справились. Вот, что касаемо Ивы.
Всем спасибо за внимание. Здоровья вам и вашим питомцам.